Дорогие мои друзья, делюсь с вами я сегодня опять кабачковыми котлетками. Вот это уже я напекла. Это осталось у меня на одну котлетку. Испекла я баклажанчики. И буду готовить картошечку. И будет у нас чудесный как бы завтрак, обед. Ну, мы кушаем в 12 часов. Я думаю, нам это будет очень даже хорошо. Сметанка, греческий йогурт и такие чудные котлетки. В котлеты я положила 2 яйца, зелень, паприку, ну, приправы, друзья, муку, соль.